Вот очень много, конечно, зависит от окружения. И я помню, что, по-моему, в предисловии в одной из твоих книг, или точно в твоей книге, очень интересный образ описан, что вокруг любого человека известного, знаменитого, образуется как бы вот такое кольцо его адептов, поклонников. И чем знаменитее человек, чем толще вот эта вот аура, и он перестает слышать, что там вот происходит за этими пределами. На себя не примериваешь? Не кажется ли тебе, что ты окруженный поклонниками, не слышишь очень многих людей? Конечно. Так, и нет желания типа как-то вот туда вот заглянуть и послушать, что там говорят? Это невозможно. Потому что, а куда тогда заглядывать? Надо ездить по бескрайней земле и слушать, где что говорят, у тебя на это уйдет остаток жизни. А на твои занятия времени уже не останется. Поэтому я благодарю Всевышнего за то, что круг людей, которые вокруг меня стоят и слушают меня, и, видимо, совпадают со мной в каких-то базовых представлениях, он достаточно широк. И там достаточно много. Мне хватает, ты знаешь.